В эфире «События дня» в студии Ильяна Евтюхова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Счет на минуты. Оказать своевременную помощь и восстановить здоровье человека, перенесшего сосудистую катастрофу. Как в Курской области врачи спасают тысячи пациентов, расскажет Екатерина Илюхина. Сменили облик. В Курске завершили благоустройство Ермошкино озеро и сквера «Спортивный». Что изменилось и как пространство оценивают жители, узнала Надежда Польшикова. В Курске прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задачи царицы наук решили более 100 ребят. С ними познакомился Егор Горожанкин. Разобраться в мошеннических схемах и не только. В Курске стартовал курс по финансовой грамотности для старшего поколения. Чему научат жители областного центра, узнала Анастасия Давыдова. Воздержаться от обсуждения и публикации сообщений о работе российских военных на территории Курской области. С такой просьбой обратился к жителям губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что противник может перехватывать информацию из соцсетей, чатов и телефонных разговоров о местоположении наших вооруженных сил. Это напрямую влияет на обеспечение безопасности в регионе, а оперативная обстановка остается сложной. Атаки продолжаются. Вечером 30 января ВСУ обстреляли села Гордеевку и Успеновку Кореневского района. Обошлось без пострадавших. В одном из населенных пунктов было частично нарушено электроснабжение. Теткино Глушковского района атаковали с беспилотника. Повреждения получили забор одного из домов и легковой автомобиль. Губернатор Роман Старовойт попросил курян установить приложение МЧС России. Через сервис будут оперативно доводить информацию об опасностях. Приграничные районы практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Кроме того, сохраняется риск ракетной опасности на удаленных от границы территориях. Приложение поможет сориентироваться и найти информацию, как действовать при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, позвонить в службы спасения, определить свою геолокацию, прочитать памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи пострадавшим и много другой полезной информации. После установки приложения в настройках необходимо вручную выбрать Курскую область, иначе уведомления не придут. Это можно сделать на главной странице. Историческое событие в российской энергосистеме. 31 января в 4 часа 1 минуту остановился второй энергоблок Курской АЭС. На этот раз навсегда. Он прослужил в два раза дольше запланированного срока эксплуатации – 45 лет. Курскую АЭС постепенно выводят из эксплуатации. Два из четырех энергоблоков уже отключили. В ближайшие два года полностью выгрузят ядерное топливо. Рядом с первой станцией строят вторую. Она на четверть мощнее. Там сооружают два энергоблока типа ВВР-ТОИ, которые прослужат минимум 60 лет. Каждый пятый курянин страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом смертность от таких недугов снизилась на 17% с 2019 года. Как раз 5 лет назад, благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному Владимиром Путиным, в Соловьином крае сеть первичных сосудистых отделений значительно расширилась. Всю работу координирует региональный сосудистый центр Курской областной больницы. Его оснастили современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Они готовы в считанные минуты оказать помощь пациенту и буквально спасти жизнь. При развитии инфаркта из 10 человек 4 умирают в первые полтора часа. Врачи говорят, этот недуг коварный и не всегда ярко проявляет себя. Так случилось и у Эдуарда Ханина. Приступ внезапно накрыл после небольшой физической нагрузки. Никаких симптомов не было. Вышел побросать немного снег, боль в груди резкая. Вызвали скорую помощь. Скорая помощь приехала, очень оперативно, установили катетер, накормили таблетками и привезли в областную клиническую больницу. Буквально через, наверное, 40-50 минут я уже оказался на операционном столе. Эдуарду Ханину провели стентирование. В сосуд установили металлический каркас для восстановления кровотока. Этот метод наиболее безопасный и эффективный. Каждый месяц врачи регионального сосудистого центра проводят более 300 малоинвазивных исследований и операций. Простыми словами, мы открываем закрытую бляшкой или тромбомартерию, кровоснабжающую сердечную мышцу, и ставим в это место стент. Также мы проводим ангиопластику артерий нижних конечностей, что особенно актуально у больных с сахарным диабетом, в результате чего улучшается качество жизни пациента.
а также минимизируется риск ампутации. Помощь в региональном сосудистом центре ежегодно получают более 2000 пациентов со всей области. За 14 лет его работы и лечения прошли порядка 30 тысяч пациентов с инфарктами и свыше 60 тысяч с инсультами. У нас существует сеть, которая активно функционирует, разработана маршрутизация, то есть направление, пути оказания помощи пациента с острым инфарктом миокарда. Сеть очень большая, порядка 185 коек. Система данная необходима прежде всего для того, чтобы максимально быстро, в сжатые сроки оказать помощь пациенту с инфарктом, потому что жизнь пациента при развитии инфаркта зависит от скорости и времени оказания помощи. Ну и, конечно, от времени обращения пациента. В отделении функционирует блок интенсивной терапии, в котором работают врачи-реаниматологи, и крайне тяжелые пациенты поступают именно туда. Кроме этого, в отделении функционирует так называемая мультидисциплинарная команда, которая участвует в реабилитации пациентов, так называемый ранний этап реабилитации. Центр берет на себя самых тяжелых пациентов, в том числе и тех, кому требуется нейрохирургическое лечение. Работа курских врачей и помощь по нацпроекту позволили рекордно снизить показатели смертности от инфарктов и инсультов. За 2023 год число плановых ЧКВ вмешательств достигло 40%. Это хорошие показатели. Кроме того, мы превысили федеральный проект, федеральные рекомендации по плановому стентированию и вообще стентированию коронарных артерий примерно на 700 случаев. Смертность от наиболее частой причины от болезней сердечно-сосудистой системы по отношению к 2019 году снизился более чем на 17%. И скажу еще один очень важный показатель – это смертность трудоспособного населения. Общая смертность трудоспособного населения за последние два года снизилась более чем на 25%. Вот это непростые цифры, за ними стоят жизни. В 2024 году региональный сосудистый центр дооснастят новым оборудованием. В буквальном смысле – сердечная работа курских врачей будет продолжена. Екатерина Илюхина, Антон Латышев, Алексей Еременко. События дня. Сделать регион красивее и уютнее вместе. В Курской области с 2017 года реализуют федеральный проект формирования комфортной городской среды. За это время только в Курске благоустроили порядка 30 общественных и 250 дворовых территорий за счет средств консолидированного бюджета. Проекты будущих изменений выбирают сами жители. Съемочная группа Сейма посетила сквер «Спортивный» и Ермушкино озеро, которые уже прошли процедуру трансформации. Ермушкино озеро сегодня – одно из самых популярных мест отдыха у курян. Особенно притягательным становится летом. Здесь спасаются от зноя. Рядом с пляжной зоной – зона спортивная, чтобы держать себя в форме. Так что горожане любят проводить тут время целый год. Благоустройство пространства началось в 2019 году. Модернизацию предложили сами жители. За три года оно качественно изменилось. Стало не только приятным для отдыха, но и функциональным. За период реализации здесь выполнено мощение тротуарных дорожек тротуарной плиткой. Была осуществлена укладка искусственного покрытия для беговой дорожки. Также были установлены детские площадки, спортивные площадки, в том числе баскетбольная площадка. Благоустройство сквера «Спортивный» на Менделеева еще продолжается. Площадь работ здесь почти 3 гектара. Общая стоимость ремонта – 45 миллионов рублей. В сквере «Спортивном» работы ведутся с 2022 года. За это время уже выполнено 2 этапа работ. Произведена укладка тротуарной плитки, проведена сеть электроосвещения, это порядка 2 километра. Также частично установлены малоархитектурные формы, это лавочки, урны. Полное преображение сквера завершат уже в этом году. Работы на всех общественных пространствах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» оплачивают за счет консолидированного бюджета. Горожане апгрейдом территорий довольны. Чисто стало, красиво. Лавочки, можно где здесь посидеть, отдохнуть, особенно вот для престарелых людей, которые вот выходят, очень удобно. И мусорка рядом, это не валяется ни мусор, ничего, чисто, хорошо стало. Конечно, надо везде по всему городу такие преображения сделать, чтобы можно было выйти, погулять, отдохнуть с детьми, вообще насладиться вот этим вот всем воздухом. В
Всего за время реализации проекта в Курской области привели в порядок более 600 общественных пространств, около 1300 дворов, 4 городских парка, 11 территорий в малых городах. Местные жители сами выбирали эти объекты с помощью онлайн-голосования. С 2017 года в нем приняли участие более 245 тысяч человек. Надежда Польшкова, Сергей Малеев. События дня. Какие парки, скверы и улицы преобразят в Курской области, зависит от ее жителей. Буквально. Выбрать понравившийся проект благоустройства может каждый. Голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля онлайн. А разобраться в порядке действий помогут волонтеры. Набор добровольцев уже стартовал. Помочь людям проголосовать за проекты благоустройства может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте добро.ру. Курянин Дмитрий Василенко уже подал заявку. Раньше парень участвовал в подобном, проводил опросы, рассказывал горожанам об общественных пространствах, которые в будущем могут преобразиться. Работу продолжит и в этом году. Было очень много положительных откликов, и действительно люди, когда узнают то, что они смогут как-то изменить свою среду окружающую, то они подключаются и с радостью нам помогают. С 15 марта начнется голосование. Голосование будет стартовать как раз в дни выборов президента Российской Федерации. На данный момент у нас набрано уже более 180 волонтеров. У ребят будут планшеты, у каждого человека будет создан свой личный кабинет. От этого будет зависеть и рейтинг волонтера, его отработанные часы. Волонтеры будут работать в общественных местах и на избирательных участках, не только на территории областного центра, но и в других городах региона. Проголосовать можно и самостоятельно на сайте 46.городсреда.ру. В список на обновление попали «Пеликан» и пространство на Краснознаменной и Интернациональной. Шанс побороться за честь наставников и помочь себе в будущем поступлении в ВУЗ. В Курске проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике. Традиционно площадкой для его проведения стал Юго-Западный государственный университет. Свои знания демонстрируют ребята-победители и призеры школьного и муниципального этапов. Любовь с первого взгляда. Иначе тягу к математике у девятиклассника Федора Новикова не назвать. В уравнениях и теоремах он видит эстетику и красоту. К олимпиаде парень готовился полгода. Знаете, когда смотришь на решение собственной задачи и в итоге понимаешь, как все оказывается было легко и одновременно сложно, и смотришь, какие, казалось бы, легкие приемы ты применил, оно оказывается... Задача становится достаточно красивой, которая казалась изначально какой-то страшной, запутанной. У 11-классника Андрея Боева любовь к царице наук на генетическом уровне. Его бабушка и дедушка преподают математику в школе. Сейчас парень активно готовится к выпускным экзаменам, а олимпиаду считает хорошей тренировкой. Я сидел на их уроках, слушал и по рассказам о других, как они объясняли, доказывали все. Мне понравилось, поэтому мне стало интересно вот эти науки. Я готовлюсь вообще к экзамену ЕГЭ и думаю, будет схожее задание. Региональный этап олимпиады традиционно проходит в стенах Юго-Западного госуниверситета. Кстати, многие школьники потом выбирают именно его для развития своих аналитических способностей. Для нас организация этих двух олимпиад, для естественно научного факультета, является делом чести, потому что многие ребята потом приходят к нам на направления, связанные с физикой, это нанотехнологии, микросистемная техника, робототехника, мехатроника. И многие студенты, которые сами были олимпиадниками, они всегда просятся в организации данного мероприятия. ЮСГУ активно поддерживает олимпиадников. Победители и призеры получают 10 дополнительных баллов при поступлении, повышенную стипендию при зачислении и возможность принять участие в специальной образовательной программе СВСУ «Онорс». Включает эта программа в себя несколько блоков, достаточно разносторонних. То есть, например, это обучение профессиональному инвестированию, то есть что такое биржа, что такое акции, фьючерсы, опционы. Второе, можно получить диплом переводчика, то есть профессионального переводчика с английского языка. Третье, можно начать профессионально заниматься наукой уже с первого курса. Имена ребят, которые лучше остальных справились с заданиями по физике, будут известны 6 февраля. Отличившихся в математике объявят 9 февраля. Егор Горожанкин, Антон Латышев. События дня.
25 января в стране отметили День российского студенчества. Наш регион не исключение. В Курском государственном университете прошла ежегодная церемония вручения премии общественного признания КГУ «Успех». В этом году на нее претендовали 40 человек. Победителями стали самые активные студенты вуза. С праздником и достигнутыми вершинами студентов Курского государственного университета поздравили творческие коллективы. Лауреатами премии общественного признания КГУ «Успех» стали 20 человек, а победителями – 7 самых активных учащихся. Кстати, в этот раз появилась новая номинация «Молодая семья» в честь 2024 года, объявленного президентом Владимиром Путиным «Годом семьи». Ее победителями стали студенты КГУ Егор и Анастасия Кондратовы. Говорят, их семья по-настоящему университетская. Это моя сестра Полина, тоже обучается. И это Роман Юрьевич, мой папа. Он декан индустриально-педагогического факультета. Еще и бабушка, и мама тоже в университете. Бабушка раньше преподавала, мама в настоящий момент. Поэтому у нас вся семья полностью в университете. Но это классно. Егор – мастер спорта по дзюдо. Настя развивается в своей области, дефектолог. Я надеюсь, что Илья вырастет и тоже нас обязательно порадует. А победителем в номинации «Лучший иностранный студент» стал Радмир Хакимов. Молодой человек, родом из Узбекистана. Сейчас помогает землякам осваиваться в вузе, найти новых друзей и увлечения по душе. Когда я сюда приехал, я тоже, точно так же, как иностранные студенты, не мог адаптироваться. И благодаря обстановке, благодаря вузу, благодаря людям, которые здесь работают, я адаптировался и теперь помогаю другим людям. Для меня это очень почетно. Премия вручается в стенах КГУ с 2001 года. За это время более 500 студентов стали победителями и лауреатами. Среди них те, кто добился успехов в учебе, в науке, в творчестве. Я бы хотел искренне пожелать и тем, кто сегодня выходил на сцену, и тем, кто был в зале, и всем 11337 студентам Курского государственного университета счастья. А счастье – это слагаемое трех «надо». Надо что-то делать, надо кого-то любить и надо о чем-то мечтать. Мария Колосова, Антон Латышев. События дня. Как правильно управлять своими доходами, вступать в наследство и распоряжаться имуществом? Что нужно делать, чтобы не попасться на уловки мошенников и не лишиться сбережений? Основам финансовой грамотности учат сотрудники Банка России. 31 января в Курской области стартовала серия онлайн-уроков для старшего поколения. С каждым годом уловки мошенников становятся все изощреннее и коварнее. Аферисты, например, давят на жалость по отработанным схемам и вынуждают пенсионеров брать кредиты или отдавать все свои сбережения. Чтобы противостоять злоумышленникам, Сергей Цапков регулярно повышает уровень своей финансовой грамотности. Многие люди не знают даже азов, даже вот сколько примеров, как посмотришь новости, то там дедушку, то там бабушку, или молодых людей обманывают, деньги вытаскивают. То есть даже молодые люди уже не говорят о пенсионерах. Это нужно знать каждому. Это касается каждого человека. Так зачем попадаться на всяких этих вот нехороших людей? Надо с ними бороться. Урок идет 45 минут. Первое занятие в 2024 году посвятили теме «Экономия для жизни». Экономист Виктор Садуев рассказал своим слушателям, как быстрее накопить задуманную сумму. Проект состоит из 6 занятий, на которых люди старшего возраста могут узнать, как сэкономить, как не потратить лишнего, как социальные льготы и налоговые вычеты помогают увеличить свой бюджет. А кроме того, мы также рассказываем, как страховка помогает не потратить лишнего. Есть у нас отдельная тема, связанная с финансовым мошенничеством. Мы рассказываем о правилах, как защитить себя и свою семью. Онлайн-уроки продлятся до 19 апреля. Зарегистрироваться и подключиться к ним бесплатно может любой желающий на сайте проекта. Занятия по финансовой грамотности проходят в регионе регулярно благодаря проекту «Курское долголетие» и поддержке Банка России. Анастасия Давыдова, Сергей Дорохов. События дня. Сохранять традиции, ценности и приумножать меры поддержки детей и родителей. Эти и другие темы обсудили на форуме «Семья – основа государства», который прошел в среду в Курске. Особое внимание на встрече уделили трудовым династиям.
Семья Корзуновых – потомственные музыканты. Практически все играют на духовых инструментах. Признаются, любовь к музыке не прививали. Этот дар у всех с детства. Она была всегда с нами. Сколько я маленький был, всегда был духовой оркестр, был баян, и я в этом всегда был. У меня даже других мыслей как бы не было. Всегда музыка была с нами. И наши дети, когда их спрашивают, что им как бы на селом или как-то это все, ну, у нас вся жизнь наша в музыке, и у нас даже и мыслей таких не было, куда-то податься еще в какую-то дорогую деятельность. И, в общем-то, мы видим, как формируется семейная династия в любой отрасли нашего народного хозяйства. И это, на самом деле, это очень хорошо и здорово. Мое мнение, то, что наилучшие специалисты всегда рождаются именно в семейных династиях, потому что профессиональный процесс никогда не ограничивается именно рабочим местом. Он всегда продолжается еще и в стенах семьи. Официальный старт тематическому году в регионе дал губернатор Роман Старовойт. План основных мероприятий уже готов. Работу будут вести по нескольким направлениям. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных и многопоколенных семей, укрепление репродуктивного здоровья и формирование у молодежи тенденции к созданию больших ячеек общества. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. До свидания.